Поломка светофора на пересечении Байтурсынова и Аргымбекова принесла много волнений не только пешеходам, но и автовладельцам. Движение в этой части города интенсивное, а отсутствие исправного светофора приводит к тому, что перекресток двух крупных улиц вмиг превращается в особо опасную зону. Совершить маневр на автомобиле или пешком пересечь улицу можно считать высшим пилотажем. Невозможно перейти дорогу по пешеходному переходу спокойно. Машины летают, не сбрасывая скорости. Страшно, приходится часами стоять, чтобы пройти этот участок дороги. Светофор не работает уже второй день. За это время здесь не было ремонтной бригады. Кроме того, на этот опасный перекресток почему-то дорожных полицейских не поставили. Вчера по второстепенной дороге горел зеленый свет. Не зная, водители смело выезжали на главную дорогу. И поэтому произошло столкновение. В ДТП пострадало 4 легковушки. По словам представителей транспортного отдела, соответствующие меры уже приняты, и как минимум причина поломки установлена. Причиной выхода из строя светофора оказалась износ электрического провода. Незамедлительно была отправлена телефонограмма административной полиции о выходе из строя светофора. В результате ремонтники компании «СМЭО Астана» выявили место износа кабеля и заменили 25 метров электрической сети и устранили поломку. Отметим, что в этом году на обслуживание и ремонт городских светофоров компании «СМЭО Астана» с бюджета было выделено 4 миллиона тенге на 2 месяца работ. Вот только свои обязательства компания, по всей видимости, выполнять не спешит. Бахром Абдуллаев, Амантай Ольбек, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «Утрар».